Дорогая наша Оксаночка, ты всегда была частичкой нашей русской школы. Спасибо тебе за безотказную помощь во всех наших делах. Мы записали тебе это видео, чтобы вы вспоминали о нас в далекой Австралии. Пусть годы летят, пусть пройдет много лет, седины начнут появляться. Ты посмотришь это видео и вспомнишь всех нас, живущих в английском городе Тамбридж. Всего хорошего, больших успехов вам на новом месте. Илюша, а что такое Австралия? По Австралии. А кто там живет в Австралии? Эйден. Эйден там будет жить. А там холодно? Там снега много в Австралии? Нет. До свидания. До свидания. Что такое Австралия? Австралия – это страна, где много кенгуру и крокодилов. Что там еще есть? Там синие пингвины и много лазов. Будем скучать за вас, Оксана, Эйден и Ильюша. Да. Австралия. Австралия – страна, где много крокодилов. Оксана Бабрига, я буду тебе скучать. Австралия – это очень большая страна. Страна. Некоторые животные там, где нет, как нет другие страны. Там есть кенгуру, крокодили и много животных. Молодец. Там это очень жаркая страна и есть очень много людей и животных. Да, а ты хочешь туда поехать? Я уже там была и я хочу опять поехать. Илюша, скучать. Молодцы, пока, Илю, счастливого пути. Хорошей вам там жизни, и пусть это будет только к лучшему, и чтобы вы были счастливы, и чтобы погода там была хорошая, и чтобы дети там нашли много друзей, и чтобы было еще лучше, чем здесь. Пока! Пока! До свидания! Я хочу поставить. С вас правили жирафы, медузы, зайчики. Крокодилы, слоны, кенгуру, очень жарко. Будем скучать. А ну всех. Мы будем скучать. Пока-пока. И учителя для Оксаны. Большое до свидания. Австралии живут много змей. Там еще живут абигены, кваны, кенгуру. Еще я хочу в Австралию поехать. Пока! Очень-очень жарко. В Австралии живут много-много тараканов и змей. Австралия. Кто там живет? Живут кенгуру? Кенгуру и коала. Коала, молодец. Элла, кто там еще живет? Акулы. Акулы. Борис. Я обезьян. Что? Девчонки. Я тоже хочу это.
Ми будемо за вами скучати. Пока. Оксаночка, дорогенька, наша ти дорогенька Баба Яга, що ми без тебе будемо робити? Да. Ну вже їжджай, і хай все виходить, хай мечти збуваються. Скучать будемо страшно, любим тебе дуже. Ну до побачення. До свидания, Оксаночка. Желаю вам удачи, чтобы вам понравилось там жить, в Австралии. Я тебе завидую по-доброму. Все, люблю. Австралия очень большая и очень жаркая. Вот там есть очень много животных. Мое любимое животное – кенгуру. И вот там тоже есть очень хорошие люди, как ты, Оксана. Пока! Оксаночка, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего-всего самого хорошего. Чтобы дети тебя любили, муж тебя самое главное любил, никто не болел. Также мы желаем вам хорошего переезда, чтобы все получилось, чтобы вы побыстрее нашли хороших друзей, чтобы побыстрее нашли работу хорошую. У вас получилось в новой стране. С Богом!